борьбу действительно зрелищный. Ты. Как думаете, что отделяло от победы? Он был просто сильнее меня, чем я брал темпо, а я отступал, поэтому не успел. Как вообще на ринге менять тактику? Было ли такое, что резко меняли свои действия? Возможно, подсказки тренера помогали? Да, конечно, если ты тренер побеждаешь, нужно проиграть, если ты тренер всего, поэтому проиграли. Чувствовалась ли поддержка зала? Как много сегодня вас пришло поддержать друзей, возможно, родных? Ну, я спал в Нижнем Новгороде, я в Сардамаше, и очень много друзей с Нижнего, Сардамаше и России. И поэтому ощущал поезд каждого. Какие дальнейшие планы на карьеру? Кому бы хотели видеть с собой в ринге? Ну, я не знаю, приложить никого, все мы выйдем. Есть ли какая-то масштабная цель или мечта на ближайшее время? Ну, у меня есть мечта попасть в RCC, потом можем в Ши попасть в Саранде. Тогда пожелаем вам удачи, Даниил. Попрощаемся с зрителями. До свидания.